Зима царапала стекло когтями стуж, как сталь конька по зеркалам застывших луж. А я бежал, куда глаза мои глядели, от той зимы и закатился в эту глушь. Здесь не горит в окошках свет по вечерам, и многословие с весельем здесь не в моде. Перемешалось все, как в карточной колоде. И кто сегодня тот, кто братом был вчера? На утро вьюга заметет мои следы. Вот за спиной уже последняя верста. Под стук колес мне будут сниться те места, и брат приснится мне живым и молодым. Спасибо, Дарк. Спасибо. Сейчас встаем. Дар, ну куда ты пошел? Давай назад домой. Ты же знаешь. Сиди. Давай. Ешь. Не валяй дурака, Дар, ешь. Так, не вредничай. Нечего здесь лапой морду прикрывать. Кушай. Не хитри, все равно со мной не пойдешь. Ну, смотри. Дело твое. Будешь целый день сидеть голодным. Дар! 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 Ну и стой, где стоишь. Не рыпайся. Муха! Штырь! Не ко времени хозяин вернулся. Значит, отгулял свое. Штырь, ищи веревку. Угу. Ручонки покажи. Так видно. Ключи от машины где? В кармане. И сапоги пусть скинет. Откинется,
Сам снимешь. Днем отоспаться, не ночью похрапеть. Так неделю уже. Да теперь и нас к вам до кучи. Поздравляю. Эй, мужик, что творишь? Принимай, служивые. Так это ж Мирош. Вылазь. Вот. Ознакомьтесь, распишитесь. Матерый рецидивист от Мирошник. Два червонца на зоне отсидел. Таких каленым железом не исправишь, да? Два дня назад кассу взяли в вашем лесхозе с подельниками. Неужели ничего не слышали? Нет? Весь личный состав подняли, все дороги перекрыли. Где расписаться? Вот здесь. Простите за любопытство, Сергей Петрович. Задержанный Мухин утверждает, что стрелял из вашего ружья в вас. То есть в упор. Это как? Патроны у меня холостые. Это почему же холостые? Долго объяснять. Счастливо, парни. Юрий Исаевич. Слушаю. Это Кротов. Кто? Следователь. Кротов, тебя слушать, что воду в ступе толочь. Ну, ты не прав. Когда я был неправ? К нам Мирошник попал. И двое его подельников. Мирошник? Да. Взяли его, тебе говорю. А ты с утра самогоном не баловался? Да, Юрий Исаевич, я тебе говорю, что… Так. Кто его взял? Лесничий. Какой лесничий? Ну, наш лесничий. Гущин? Гущин, Гущин. Я подумал, если не правильно заперто… Правильно подумали, Юрий Исаевич. Поляну накрыл. Я и не знал о твоем боевом прошлом. С такой биографией и генералы недолго. Генералов и без меня хватает. Это что?
Премию я назначил. Кто Мирошнику рога обломает? Эх, Юрий Исаевич, вам бы сразу ко мне, а не к этому идиоту. Капитану, дороги он перекрывает. А они в лесу отсиживались. Да я тоже хорош. Он же почувствовал все. Со мной запросился. Кто? Пес мой. Мирошник пристрелил его. Извини за настроение, с похорон я. Ну, давай поменем твоего... Дара. Дара. Я с утра на подкормку пошел, его брать с собой побоялся. Распугает. Зверь в глухомань уйдет, потом тропы ищи, кормушки заново ставь. В общем, не по уставу. Да кто наперед знает, Сергей? Ты вот пса своего не услышал, а у меня с Марией, племянницей моей, полная непонятка. Конфликт поколений? Если бы. Диплом у нее в университете о староверах. Летом в тайгу моталась, в деревню какую-то. Вернулась сама не своя. Ходит мрачнее тучи. Мы думали, нервы, диплом все-таки. Я ей путевку на курорт, а она обратно в тайгу сорвалась. Позвонила. Простите, мол, когда вернусь, не знаю. Два месяца прошло. Сергей, помоги. Да как же я помогу? Откуда она звонила? Из Щуйска. Есть такой городок в Сибири. Из Щуйска? Скажите, я к вашему военкомату, правильно? Правильно, туда. Спасибо. Кондрат, ты не думай. Я одна отсюда не поеду. Теперь ты не одна. Тем более. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы братьев Пречистой Твоей Матери, всех святых, помилуй нас. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Дарю небесное, утешителю, душе истины, и живите сы, и все исполняя, сокровища благих жизни подателю. Приди и вселись в мы, очистенные от всякой скверны, спаси блажи души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего рода. Thank you.
Гущин. Сергей Петрович, майор. Я что-то не понял, что тебе надо, майор? Повидать вдову и сына боевого товарища, поклониться его могиле. У вас в архиве должны быть эти данные, адрес и место захоронения. Зацепин Степан Алексеевич. Сплакнуть на могилке Зацепина. Шутник, шагай на площадь вон. Всплакнешь. Почему на площадь? Ну, там и всплакнешь. Не понял. Свободен. Шкуры на ярмарке продам, вот тебе и деньги на дорогу. Хватит мной командовать. Я никуда без тебя не поеду. Доброго здравия. Привет, Авдей. Вместе уедем, Кондратушка. Ты и я. И Авдей с нами. Сладко, 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 сладко. Доброе у тебя сердечко. А места у нас злые. В деревню чужаки повадились. Золото ищут. Как я уеду? Авдей. Я не смогу тебе трусом в глаза смотреть. А ребенку нашему? Но я же знаю, что ты не трус. Ты сильный, храбрый, ты самый лучший. Я не смогу, Маша, понимаешь? Сладко, 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 сладко. Оставайся дома, меня не провожай. Завтра вернусь. Держи, пробуй. Ух ты, спасибо. На здоровье. Из России будешь? А здесь что, Америка, что ли? Сибирь у нас заплутал? Похоже на то. А ты колокольчик купи, на шее повесишь. Ты колокольчики печешь. А ты золотишко шустрить приехал? Не, не по тем делам. Сколько с меня за блины колокольчик? Сколько не жалко. О! Погоди, постой. Скажи, может, еще чем помогу? Имя Степан Зацепин. Тебе о чем-нибудь говорит?
все, ружье. Да, мужики, с таким стволом-то. Конечно, чё? Такой-то пристреливать-то не надо. А подари, Степан Алексеевич. Да, тебя же этого добра. Неужто жалко? Ну не скупись. Подарю. Все слышали? Степан сегодня добрый. Самому меткому. Да мы все не косые. У кого хватит смелости? Семен? А? Фитилек погасить. Я рискну. Да ты чё? Остынь, парень. Я верными людьми не разбрасываюсь. Торопись, пока не передумал. Ты кто? Я Степан. Стоять! Убрали стволы! Майор. Петрович. Живой. Степан. Живой! Живой! Живой, Степан! Сам куда пропал, майор? Я ведь искал, веришь? Да я сейчас, если корова полетит, поверю. Люба! Отцепись! Молодец, Люба! Молодец. Здрасте. Здрасте. Ай, что здесь у нас творится? Хорошо! Хорошо! Красотулечка моя! Самбур! Самбур! Любаня, полит руки от меня. Да, сейчас. На каждое рыло! Больше нету. Ты понимаешь, котелок иногда на погоду закипает, но варит. Ничего, что тыкаю, товарищ майор. Майор в другой жизни остался. Да ладно. Разжился по случаю. Думал, твоей жене с сыном. Надо же. Не забыл. Жена, сука. Даже не хочу о ней. Мне ласки хватает. Ваня, нет, ты это давай обратно унеси. И сворачивайся. А как же, ты же сам проставился. На улице допьют. Ты нам подружку посимпатичнее организуй. Мы сейчас с Петровичем разогреемся и ко мне поедем. А вечером я за вами джип пришлю. Давай. Ну, как скажешь. Давай, давай. Ну. Майор. Люба,
А? Иди сюда. Что у вас там? Друг Степана приехал. Послал за подружкой посимпатичнее. Вер, ты с ума сошла? Сошла. Матушка, царствие небесное, отвезла к тетке Акулине, ворожея потомственная, киржачка. За уши меня с того света тащила. Значит, это ей Акулине причитается? Убери, убери. Она у меня на полном довольствии. Да ей надо-то всего ничего. В тайге живет, в глухой деревне. Вот, как велел Степан. Собери подарки для Акулины. Завтра в киржанцы рванем. Угу. Познакомлю. Киржачка – это национальность такая? Из староверов, значит. Слушай, а много здесь таких деревень? Да одна всего и есть. А ты что же, киржаками интересуешься? Не поверишь, Степан. Все одно к одному. Как ведет кто-то. Главное, куда заведет, Серега. Пей, Мария. Спасибо, дядя проф. И вот еще что. Захватишь домой. Сама печь не научилась? Не получается. Кондрат печет. Тем более. Авдея накормишь. Что это он в дом не идет? Камушки во дворе увидел. Забыл про мороз. Интересно, куда он их прячет? Я не знаю. И Кондрат не знает. Прав, Кондрат. Не смотри на меня так. Дядя проф, ну как я его оставлю? Ведь вы со Степаном воевать не станете. Не положено нам с оружием на людей. И в милицию идти не хотите. Куплена у Степана вся власть с потрохами. Считай, он и есть та самая власть. Кому жаловаться? Так, так. Опачки, папулечки. Ну-ка, ну-ка, на. Метко бьешь, охотник. Зовут как? Кондрат. Рожа знакомая. Откуда сам? Из тайги. Покупать будете? Ну, точно из тайги. Чу? Фраера. Мужик, мы тут не покупаем, а подарки берем. Стоять! Шкуру попортим. Для зацепина Степана. Слышал о таком? Ну, мужик.
Вам не положено, власть куплена, а Кондрата кто удержит? Только я и могу. Уеду, убьют его. Ты, девонька, осторожней со словами. Сказанное, что прожитое, не воротишь. А ну-ка, схоронись-ка в комнатенке покуда. Здорово, староста. Привет от Степана. С чем пожаловали? Узнать, что надумал. А то скоро запылает твоя деревенька. На все Божья воля. А самим себе помочь западло. Пустой разговор. Напрасно Степан здесь золотой схрон ищет. Так Степану и передать? Просьбу передай. До весны обождать. Ты один? Горячая. Посмотри. Тихо, староста. Что до весны-то изменится? Если, как ты говоришь, в Киржанцах все равно нет золота. Или все-таки есть, староста? Золота нет. Просто весной людям заново строиться легче, если пожжете. Ой, не верю я тебе. Темнишь, и людишки твои темнят. Воля ваша. У меня лишь просьба. Дурак. Проф, просьбу твою Степану передам, но отсрочки не жди. Золото, ищите золото. Никого там, Макс. Безумец, господи. Они этот клад нашли и по частям растаскали. Ничего, отдадут. Не уезжайте. Погодите. А, что ему надо? Доброго здравия. За упокой пора. Хором. Так я это... договориться хочу. О чем, доходяга? Чтоб... дом мой не трогали. Откупиться решил? Да. Ну что я тебе говорил, Денис? Как остальные-то? Пусть за себя решают. Степан решать будет. За всех.
Пойдем, пойдем, Авдей. Степан, ты что, обалдел? Оружие на отдыхе, а патрон в патроннике. Как тебе мой арсенал, Серега? А? Взвод вооружить можно. Если надо, роту в ружье поставлю. Серега. Не навоевался еще, Степан? Так кровь играет. Что с ней сделать? Ободаться с кем, Серега? Людишек здешних видал? Кто слово поперек скажет? На, держи свой приз. Нет, Степан, спасибо. Я за рог дал, боевое оружие в руки не брать. Что ж ты по своему лесу без ружья бегаешь? Да, почему? С берданкой. Патроны только холостые, так, если пугнуть кого-нибудь. Слишком правильный ты. Не изменился. Только погоны снял. Что? Пополнение есть. Прибыло? Mm-hmm. Да. Пополнение шампанского, прошу. Как положено. Мы не опоздали. Добрый вечер. Добрый вечер. Твою мать. Иди в бильярдную. Девушки, вы присаживайтесь. Спасибо. Ты кого мне привел, а? Сам сказал Любу с подругой привезти. Какая тебе подруга? Какая тебе подруга? Совсем нюх потерял. Тварь. Тебе чего? В деревню с Максом съездили? Угу. Поговорить надо, Степан. Говори, Денис. Марфа, ты все? Ступай к себе в комнату. Мама, посуду помыть. Я помою. А я еще телевизор хотела посмотреть. Спокойной ночи, Марфа. Иди, Марфушка. Ты что, Пелагея, все. За младенца дочь держишь. Держу, как могу. Ты где был, когда люди от Зацепина на машине приезжали? Нигде. На мельницу ходил. А золото зачем взял? За муку расплатиться? Да ты что, Пелагея? Сама сколько просила? Убрать от греха подальше. Я боюсь, Михей, как бы ты глупости не натворил. Или уже натворил? Я хочу, чтобы ты и Марфа в мире жили и не боялись ничего. Да я за вас, Пелагея. Не то что золото, рубаху последнюю сниму.
А я, Михей, хочу, чтобы Марфа тебя почитала не как отца добренького, а как человека, понимаешь? Как мужика. Раньше ты меня в легкую делал, Серега. Сейчас согласен на ничью. Нет. На моей земле меня хрен кто сделает. Ой, не понимаю этих мужиков. Где они шутят, где всерьез. Так и с нами, Любка, все так же. Попробуй, разбери. Про себя я вообще не догоняю. И вас тоже? Здорово. Степан позвал. Да, Макс, тебя ждали. Здорово. Привет. Степан велел предупредить, когда ты что? Приедешь. Ну? Ну, ствол давай. Что? Ну, ствол давай. Что? Да не парься ты, порядок. Ну. Ну, жди. Давай. Вот так, Серега. Степан, я тебя поздравляю, только руку отпусти, сломаешь. Ну ладно, мужики, я танцевать хочу. Потанцуешь, обещаю. Проводи гостей. Пойдемте. Давай, Серега, проведи ночку с пользой. Степан, все нормально, что-то случилось? Да, не бери в голову. Чего? Макса позвать? Обождет. Выпьешь? Выпью. Наливай. Зови Макса. Ну, пойдем. Зовет? Пойдем. Денис, пошли. Давай, давай, давай. Всю ночь бродить будешь? Прости Веру. Ну, не могу я так. Я тоже. А зачем тогда поехал? Понравился. Подумала, Любка еще кого позовет. А я потом локти кусать. Не очень удобно, да? И глупо. Вер, ну зачем же, Вер? Вер, ты мне тоже сразу понравилась. Блины у тебя вкусные. Значит, дело в блинах. Ну, не только. Ну, пойдем. Зовет? Пойдем. Денис, пошли. Давай, давай, давай. Макс, ты когда печатку взял, мы о чем говорили? Я работаю только на тебя, Степан.
Ты сегодня золотишки в киржанцах подгреб? Да ты что, Степан? Денис. Давай. Денис свою долю сдал, а ты не торопишься? Сейчас, Степан. Сейчас. Семен. А? Стой, не ходи, прошу, Сергей. Прости, Вера. Че? Степан велел передать. Все в порядке у нас. Отдыхайте. Я же сказал обыскать его. Прости, Степан, не доглядели. Нет у него оружия, Степан. Что теперь? Тащите падаль в тайгу. Давай. Денис, его машину себе забирай. Спасибо, Степан. Стоять! Поможешь и на хату, к нему. Бери все, что мое. Чужого не бери, не надо. Все понял, Степан. Семен! А? Как там наши гости? А ну, как ты и сказал, успокоил. Прибери здесь. Ага. Что мне делать? Ты сам просил подружку посимпатичнее. А кто лучше? Вера. Ты маленькую, ты глупенькую из себя не строй. Чья идея? Твоя или Веркина? А ты держи крепче, Степан. Мне так нравится. Я знаю, что тебе нравится. Привет, Серега. Как ночь прошла? Понял. Без слов, Серега. У меня теперь всегда так. Это первую жизнь живешь, как придется. А вторую как надо. Да, нечего сказать. Хозяин, барин. Хорошо сказал.
Степан, я ночью пальбу слышал. Пистолет решил опробовать. В Киржанцы в тайгу поедем. Там всяких неожиданностей хватает. Серега, подарок. У твоих парней такие же? И что с того? Ничего. Просто я, Степан, уже в строй отходил. Теперь сам по себе. Хочешь – носи, не хочешь – пропей. Вот если не возьмешь, обидишь Серегу. Сейчас покурю и запрягаем. Зажигалку потерял. Мне пора ехать. Куда? В деревушку одну. Киржанцы. Слыхала? Степан туда часто мотается. Любка рассказывала. А чем Степан занимается? Любка не рассказывала? Сергей, я из-за тебя здесь. Ты в Киржанце зачем? С бабкой одной познакомиться, с Акулиной. Она Степана с того света вытащила. И все? Девушку одну еще. Попросили найти. Понятно. А это убери, я на мишуру не падкаю. Ну, мне оно тоже вроде ни к чему. А у Степана этого добра хватает. Сама, наверное, знаешь. Я знаю, что золото огнем испытывают, а кровь человеческую золотом. Я от всего сердца. А ты когда из тайги выйдешь? Если захочешь, приходи ко мне со своим сердцем. Только попозже приходи. Когда сын уснет. Сын у меня маленький. Больше никого. Адресок записать? Скажи. Я на память не жалуюсь. Сплюнь. Кондрат. Держи, Авдей. Камушки! Так что же случилось, Кондрат? Уважил младший брат старшего. У других не так. Надо же, вспомнил. Не бросай, Авдия. Пропадет, дурачок. Отец так говорил.
Хватит юлить, Кондрат. Случилось что? Случилось, Мария. Ограбили меня. Люди Зацепина. Большая деревня-то? Да, дворов 20, не больше. Не боись, Серега, найдем девчонку. Кто, говоришь, у нее папаша? Да я с папашей-то не знаком. А кто за нее просил? Дядя, начальник нашего исхода. Большой человек? Ну, не маленький. Что же он тебя в тайгу? Одного без подмоги. Считай в разведку. Кондрат, колокола замолчали, слышишь? Нет, опять звонят. Слышу. Доброго здравия. Доброго здравия. Здравствуй, проф. Не могла доброго подняться. Здравствуй, проф. Здравия. Доброго здравия, дядя проф. Доброго. Видел я, Кондрат твой воротился. Когда отбываешь? Остаюсь. Денег на дорогу нет. Так ведь он с ярмарки, Кондрат. На парня Зацепина налетел. Все отобрали. Везде на нас одна напасть. А ты, я вижу, рада. Блин, один-то он крышу не переберет. Не переберет это точно. Куда ему? В прошлом году его кабан-то хорошо помял. Помнишь это? Ты чего, Михей? Без меня идите. А ты? Ну, идите, говорю. Я догоню Пелагеюшку. Пойдем. Здоровье у Акулины железное. Только слух подводит, да глаза барахлят. Акулина! А? Дай ворота распахнуть. Вот. Колдунья. Местные устранятся, но чуть прихватят бегом к ней. Давай. Заезжай, Степан Алексеевич. Давай. Закрывай. Все хорошеешь, Степка. Твоими молитвами, Акулина. Знакомься, кореш мой, Сергей Гущин. Его лечить не надо. Нет, он по другой надобности. Доставай свою фотографию. Акулина, посмотрите, пожалуйста. Может, встречались здесь? У нас? Ну-ка. Марией зовут? Нет, не встречала.
Погоди. Леха, Толян! К Прову сгоняйте. Местный староста. Пошли. Пров, верно, в церкви сейчас. Идите, только внутрь не ломитесь. Степан, я, наверное, с ними пойду. Нет, Серега, ты при мне останешься. Местность для тебя незнакомая. Как встретят, неизвестно. Мы сейчас это выпьем. Раздевайся. Семен. Прости. Ты чего? Нет. Ты давай иди, иди. Давай, давай, давай. Куда собирался? Сидите. Забыл. Акулина, давай, выпьем на троих. Это же он. Серега меня на себе из-под обстрела вытащил. И на смерть он послал? Ну, это с какого конца посмотреть? Ну, вот пусть и расскажет. Там городские Марию ищут. Марию в предел увидим. А я к ним сейчас выйду. Ага. Пойдем, Мария. Зачем, Терентий? Пойдем. Пойдем, пойдем. Здорово, проф. Базар есть. Поговорим. Только не у церкви. Слышь, Лех, место здесь стрёмное. Приказ был, Акулина. В армии-то оно все по приказу. Погнали нашу роту высотку брать. А там две точки огневые. Степана и залепила по черепушке. И вытаскивала по приказу? Нет, Акулина. Не было такого приказа. Не бывает таких приказов, Акулина. Выходит, за чужие грехи маялся. Ай. И душа маялась. Ну, не то чтобы. За чужие. Взвод Степана тогда только с боевого дежурства вернулся. Мне бы дать отдохнуть ребятам, отоспаться. Нет, разбудил. По собственной инициативе. Все, Акулина, кончай допрос с пристрастием. Ты мне мать крестная, Сергей отец. Вытащил и в чуйск доставил. Не дал в госпитале подохнуть. Врачи мне тогда недели в жизни отмерили. Показать бы тебя сейчас тем врачам. Ай-яй-яй! Как вы его на ноги-то поставили, Акулина? С Божьей помощью. Степан! Степан! Ты мне да будешь говорить? Или я тебе бошку проломлю? Или твою жену из церкви дождемся? Дочь, пацанка? Или в соку уже? Скажу, скажу. Говори! Чего сопли жуешь? Я все одно. Все золото, я дом хотел свой спасти. Это я уже слышал. Клянусь Богом! Ну нет ничего, ну. Говори,
Где? Или я за себя не ручаюсь? Ваши же приезжали, я ему отдал. Руку сломал, руку сломал! Нет! Не золото! Говори! Говори! Не было у нас такого. Ты уверен? Уверен. Цирк бесплатный. Нет, чтобы сразу сказать. Кругами водил. Вокруг церкви. Думаешь, врет? Пойдем, у народа поспрашиваем. Эй, народ! В деревню гости незваные приехали, Авдей. Надо их встретить. Степан, отблагодари! Иначе пожжем все. Степан, ты поводи ослабь. Слышь? Людишки наши, они боязливые, конечно, но не ровен час перегнешь, палку трещины пойдут. Сюда, Акулина. Я зла никому не желаю, но и своего не упущу. Где свое, где чужое? Все перепуталось. Как разберешься? Ты уже разобрался. Спасибо, помогла. Ты не упрекай меня, Степан. Я тебе, когда первый раз золото дала, я тебе добра хотела. Чего тебе? Камушки ищешь, дяденька. Много денежек дашь, дяденька. Тебе хватит? Показывай. Здесь. Давай, давай. Показывай. Показывай, говорю! Ой, ой, ах ты, сволочь! Сволочь! Дурак! Вот, собрала для тебя малость. Кто принес? Не спрашивай. Все одно не скажу. Mm.
А где Степан? Ты чё, Семён? Стёпа! Медведя встретил? Стёп, там! Вперёд! Кто, твари, покажись! Степан, кому-то ты сильно хвост прищемил. Я этим сукам еще не то прищемлю. Если живы останемся, давай. Кто стреляет? Дядя проф. Кондрата твоего двухстволку слышу. Куда? Под пули? Чем ты ему сейчас поможешь? Ты лучше помоги мне одну загадку разгадать. Какую загадку? Те парни Степана у церкви. А тебе спрашиваю. Фотография у них. Моя фотография? Твоя. Своими глазами видел. Говорила тебе, Михей, не хитри, не иди против совести. Да я же из-за вас, Пелагея, из-за тебя и Марфы. Я же им золото, чтобы дом не сожгли. Марфа, отойди от окна, спрячься за печку. Из-за нас, говоришь? Да. Если из-за нас, бери и на улицу. Да ты что, Пелагея? Грех же это. Грех на виду, глаза закрывать. И на коленях от страха ползать тоже грех, Михей. Кучно стреляет и перезаряжает быстро. Охотник, не иначе. Что же нам теперь? Как зайцам до утра прыгать? Да, тоскливо. А если к нему кто-нибудь еще с другой стороны улицы присоединится? Тогда все. Кранты нам, Степан. Знакомый расклад, товарищ майор. Вспомним былые денечки. Только теперь я первый. Иллюминацию притуши. Степа, цел? Я же приказывал, чтобы ни одного ствола в деревне. Я-то тут при чем? Это Денис с Максом должны были... Говори! Лёха и Толян пошли к церкви насчет девчонки узнать. Узнали? Я же у Михея был. Ну и что? И что? И что? Ничего, Степан. Не раскололся он. Так может, это Михей? Пошли в дом, Серега! Вставай, вставай. Стой здесь, на свет не высовывайся. Если кто появится, пали сразу, не выцеливай, понял? Спасибо, понял. Тебе налей, Серега.
С меня хватит. Как скажешь. Что происходит, Степан? А ты не видишь. Сейчас поедем в машине поговорим. Подожди, Степан, ты сам говорил? Попытаться хочу донецким. Сейчас отдышимся, пойдем этого охотничка поищем. Кто такой? С какого ляда? Бодаются Серега лоб в лоб. Спаси. А здесь из-под тишка. А если второй стрелок объявится, третий, четвертый, я больше башку подставлять не хочу. Вдруг у Акулины осечка уйдет, а? Молись, молись. Парней привезем, наведем шороху. И девчонку твою найдем. Есть ли здесь она? Я остаюсь, Степан. Серый, а кто это с контуженной? Ты или я? Черепушка, покажи. Я остаюсь, Степан. Ну, как знаешь. Ты человек вольный. На. Убери, сказал уже. Пока. Акулина. Ну, учти, Серый, ты мне живой нужен. Зачем, Степан, зачем я тебе нужен? А, Акулина? А что у меня-то? Чужим умом вроде не живешь больше. Стараюсь. Уроды! Всю деревню положу! Все, уехал. Не договорили мы с тобой. Только душой со мной не криви. Ты откуда? Из России. В лесу егерем служу. Покоя ищешь. Поэтому и оружие у Степана не взял. Сказал же, я свое отстрелял. Здесь твоя девушка. Марией зовут. Ребенок у нее будет. Я видела. Где искать, Акулина? Ищи, найдешь. А попроще, без загадок. Как умею, так и говорю. Ну, так мы с тобой договорились, Мария? Да. Слово даю. Ты сейчас, похоже, чего только не пообещаешь. Пустите, дядя проф. Ну, пустите.
живой. Ты что здесь делаешь? Они блестят. Смотри, не потеряй. Завтра тебя и Авдея я уведу в тайгу на дальней зимовье. А сам? Обратно вернешься? Вернусь. А если? Страшно подумать. И сказать страшно. Молчи. Васька, ну что с тобой сегодня? Почему ты не спишь? Мама, когда он придет? Кто, Васька? Медведь? Нет, не медведь. Кого ты ждешь? А с чего ты взял, что я кого-то жду? Потому что ты нарядная. Разве? Да. И красивая. Очень. Ой. Давай-ка спи, остроглазый. Давай-давай, поворачивайся на бочок. Спокойной ночи. Whoa, whoa, whoa.
Это Авдей. Хозяева? Есть кто? Отзовись. Слышь, охотник, ты патроны-то побереги. А чего их беречь, на то и патроны? Давай так, я сейчас руки подниму и выйду. Зачем? Мне пленных держать негде. А я рискну. Ну смотри, рисковый. Я вышел. Я знаю тебя. Видел с Зацепиным. Чуйский на ярмарке. Мы со Степаном старые знакомые. Ну а что ж твой дружок, как дурной заяц, только пятки сверкали. А ты чё? Может, ружьишко-то опустишь? Успею. Ты говори, я нетерпеливый. Дело у меня у вас в Кирженцах. Ты только не дергайся, парень. Я сейчас медленно руку в карман опущу. Ты его убил. Авдей, ты белины объелся? Что тебе надо, Степан? Что тебе надо, Степан? Пожрать заехал. Для кореша моего готовила. А Серега в Киржанцах погостить решил. Не рассиживайся, Степан. Тварь, как у тебя наглости хватило в мой дом за чужим мужиком. Отвяжись. Нет, Степан, это ты и для меня чужой. С кем ходить и кого ждать, только я решаю. Мама. Иди, маленький. Папа. Иди спи. Шагай, Василий. Мне с твоей мамой поговорить нужно. Иди, Васька. Иди спи. И ничего не бойся. Садись, Верунчик, садись.
ногах, правда, нет. Что он хотел? Гадай теперь. Ты что, Конрад? Не волнуйся, Мария, добивать не стану. Оружия у него нет, только ножи. А на стволы попер. Твоя фотография откуда у него? Чего молчишь? Не знаю. Я его никогда не видела. Но искали меня парни Зацепина, проф говорил. Я почему не знаю? Прости, Конрад, не успела сказать. Почему же он с ним, с Зацепиным, не уехал? Очнется, спросишь. Если очнется. Постаралась, Верунчик. Жаль, не для меня. Для кореша моего, Сереги. Но я своего не упущу, ты же знаешь. Хватит, Степан. Убирайся. Что ты себе надумала? Понравилось ему, да? Заберет, увезет, а? Сказано уже, с кем я и о чем я думаю, это мое дело. Слава богу, силы от себя уйти хватило. А что толку? Ты не догадываешься, моя красавица, почему до сих пор к тебе ни один ухажер не приклеился? А? Правильно. Я решаю, как тебе жить. Я! И то, что ты на площади блинами и безделушками вот этими торгуешь, так это я разрешил! Пусть, думаю, поиграется в независимость под моим присмотром. А ты все думаешь, сама себе хозяйка? И с Серегой у тебя ничего не выйдет. Он при мне останется. Мама! А по зубам он себе? Праведники тоже люди, только стоят дороже. Это для моего сына. Опять? Не обеднеешь? Бери! Спасибо, Степан Алексеевич. На блинах прокормимся. И мой сын в твоих подачках не нуждается. Устала повторять уже. Посмотрим, что он сам скажет. Когда подрастет. Кондрат положил их, проф. Точно говорю, Кондрат. Что делать будем, проф? Не отмалчивайся. Зацепин вернется, мстить будет. Да если бы хоть один из вас помог Кондрату, Зацепин бы здесь лежал. К чему подбиваешь, Пелагея? Да вспомните, кто вы есть. Если мужики, так мужиками будьте. Ну что ты молчишь, проф, как затычка в бочке? Да слышу я, Пелагея. Еще раз говорю. А все Божья воля. Истинно, проф. Не умеем мы убивать. Так учитесь! Или все умрем. Душу в крови утопить дело плевое. Наши предки себя кровью не запачкали. В скиты от врага уходили. Догонят, проф. Или все замерзнем. Думайте, люди добрые. Марфа, пойдем. Ну, баба моя, слово скажет, закуски не надо. А по-моему, вы все просто боитесь.
Ну ты тоже, Марфа, туда же. А ты больше других, отец. Кондрат, набаламутил. Может, так пронесло бы. А теперь? Пустые надежды, Михей. И каждый за себя выбирать волен. Кондрат высказался. Теперь вы каждый за себя решаете. И немедля, пока колокола не зазвонили. А с ними что, проф? Бледник их. Пусть Зацепин решает, где хоронить. Ступай ко мне, Терентий, конягу возьми и сани запрягай. Хорошо. Что, взяли, мужики? Что случилось, Степан? Мозги заболели. Дятел в башке завелся. Стучит. Что за дела, Семен? Да еле ноги из деревни унесли. А Толяна с Лехой киржаки порешили. Ни хрена себе предъява. А на обратном пути к Верке заехали. С ней тоже какой-то бардак. Столбняк схватили. Тупорылые. Чтобы через час здесь все в полном составе, с экипировкой. Ага. По закону военного времени, уроды. Далеко до твоего зимовья? К сумеркам доберемся. С тобой и Авдеем быстрее не получится. Кондрат! Мария! Заходи, проф. Свят, свят. Неужто третий покойник? Да нет, отдохнуть прилег. Точно. Видел я эту фотографию. Этого мужика не видел, а фотографию видел. Мария, ты собралась? Терентий сани готовит. Чуть к тебе повезет, к самому поезду. Как же она без копейки денег? Ты же обещала мне, девонька. Прости. Прости, Кондрат. Проф мне вчера золото дал. В Чуйске на площади цыгане скупают. Уедем вместе, Кондрат. Говорил уже, Мария, я здесь родился. Здесь мой дом. Отец и мать на кладбище лежат. И за Цепину я здесь куражиться не дам. Мария, вспомни о ребенке. Он уже живет в тебе. Спасибо, проф. И спасибо, Кондрат. Как говорится, шубу не сошьешь. Чем же мне отплатить? У тебя зимовье есть. Отведи туда людей сколько можешь. Теперь и немедля. И Авдея прихвати под присмотр.
Хитер ты, проф. Я ведь все равно сюда вернусь. Твое дело. Мое дело людей спасти, пока Зацепин со своей сворой не вернулся. Сделаю, проф. Ну, тогда прощайтесь. Авдей, где ты есть? Авдей, хватит кости греть. Слезай. Камушки. На. Беги на площадь, звони в колокола, собирай людей, Авдей. Иди, иди, скорей. Проф. Зацепин он верно сюда мчится. Дорога одна. Они не разъедутся. Со мной Мария проедет. Гляди, очнулся. Развяжи. Хватит за зверя держать. Я вот все не пойму. Ты кто? Зачем здесь? Мария, я за тобой приехал. Кораблев Юрий Исаевич. Зовут тебя так? Моего дядю так зовут. Он и просил вернуть тебя домой. Поехали, Мария. И ты, дурака, больше не валяй. Я объясниться шел. Из ружья в тебя не целился. Развяжи. Отец, может, ты сподобишься? Привет. Привет. А что с лицом-то? Степан ночью приходил разбираться. К тебе? Ночью? Люб, да ладно тебе, ты что, ревнуешь, что ли? Да нет, я просто удивляюсь, почему ко мне не заехал. Сразу от меня в Киржанцы умотал. А Сергей твой? Люб, иди, а? И так на душе неспокойно. Слушай, ты когда тут наторгуешься, ты подходи ко мне, пошепчемся. Обещаешь? Зайду. Угу. Давно говорю, пора этих козлобородых по-взрослому трясти. Застоялись. Погоняем кровушку. Степан, раньше командиры захваченных города бойцам на разорение оставляли. Я свое ищу, остальное ваше. Доброго здравия, Степан Алексеевич. Но если кто перепутает, пристрелю. Вот такой у нас, парни, расклад. Веселый.
Раньше бы домой собралась, Мария. Такая свистопляска вокруг тебя. Вы все слышали? Там, у Кондрата. Ну, почти. Не могла я Кондрата оставить. Люблю я его. Только из-за ребенка уезжаю. А поближе к дому влюбиться не получилось? Я же не загадывала. Я в Киржанце, когда приехала, Кондрата увидела, у меня дыхание все перехватило. Правда. А у вас так было? Ну, а мать-то здесь при чем? Дядька, места себе не находит. Можно же было приехать, поговорить по-человечески, объясниться. Так я поговорила. Дядя двух охранников ко мне, чтобы я к Кондрату обратно не сбежала. А ты сбежала? Угу. Ну, Юрий Исаевич, не рассказал ты мне все правды-то, оказывается. И вы бы за мной не поехали? При таком раскладе вряд ли. Быстрее, Марфа, что ты копаешься? Михей, не сиди сиднем, достань лыжи. Зря ты это задумала, Пелагея. Мам, ты же сама мама говорила, все одно догонит. Все одно с Кондратом надежней, чем здесь оставаться. Михей, достань с чердака лыжи. Собирайся. Кондрат, я не хочу в тайгу. Там медведь, овца тоже. Медведь задрал. Страшно, Кондрат. Деревня, Авдей, скоро звери заявятся пострашнее медведя. Не надо. Подтянись. Кондрат. Все, ступай, Марфа. Нече слезы лить, льдинками замерзнут. Иди, иди, не рви душу. Иди. Проф, а ты что ж, сам? У каждого свой крест. Мой здесь, в Киржанцах. А твой рядом с мужем. Так, Пелагея? Слушай, а чего Степан так на киржанцы взъелся? Чего он ищет? Золото. Что же еще? А что, в деревне много золота? У Кондрата моего за душой ничего. А у других есть, наверное. Ну, на черный день, как они говорят. Но вашему Зацепину клад какой-то нужен. А где он, никто не знает. Иначе бы отдали. А почему вы спрашиваете? Сами давно его знаете? Ну, Зацепина. Знал когда-то. Служили мы с ним вместе. А потом? Потом настолько у меня и у него вся жизнь перевернулась. Расскажите. Не ко времени, Мария. Пока я живой, с тобой ничего не случится. Здорово, Серега. Здорово. Нашел свою пропажу? Нашел. Хочу домой отправить. Знаешь, кто я? Знаю. А я тебя нет. В Киржанцах что делала? Степан, у нас сани без подогрева. Вернусь, расскажу.
Семен. А? Дай Сереге водки, пусть погреется. Ага. А ты не молчи. Я слушаю. Язык примерз. Пей, Серега. А я выпью. Серега. Ага. За тебя, что жив-здоров, с добычей. Почему мне никто не сказал, что ты в деревне? Так боятся тебя, Степан. А я не страшный. И баба меня любит. Руки всегда теплые. Потрогай. Лютый мороз, я без перчаток. Ну, хватит куражиться, Степан. Я в историческом. В университете училась. К диплому готовилась. Семен, погляди, какие там учебники. Держи. Денис, да. Саня, глянь. Ага. А ты вставай, что сидишь? Думаешь, зачем руку предлагал? Не оценила. Если ничего моего нет, так и быть дальше покатите. Чисто, Степан. Семен, а ты чего молчишь? Смотри. А вот так подарочек. Слиток с фамильной печатью. Зацепин. Неплохо день начался, парни! Смотрите внимательно, чтобы не перепутать свое с чужим. Что происходит, Степан? Не догостила девочка. Еще придется. Со мной не соскучишься. Обещаю. Ресторан я закрыла. Посетителей все равно нет. Может, покрепче чего, Вер? Нет, спасибо. Как хочешь. Ну, тогда рассказывай. Люб, я тебе уже все рассказала. Ну, то про Степана. А мне про Сергея твоего интересно знать. Он тоже в Киржанцах? В Киржанцах. Нужен он Степану. Зачем? Не знаю. И на что ты только рассчитываешь, Верк? Что Степан тебе с Сергеем отпустит? И зачем я тебя только послушала? Ну, а ты-то чем думала? Ну, я же говорю. С ума сошла. Сердце сколыхнулось, как увидела мужика, который против Степана. Пойти не побоялся, в открытую при всех. И надолго твоего Сергея хватит? А поживем, увидим. Стой, Авдей! Ты куда собрался? Обратно нельзя, слышишь? Злые люди придут, дом сожгут, помогать. Кондрату надо, Авди, помогать. Посмотри на меня, я Кондрат, твой брат. Я Кондрат, отец. Отец наказывал мне помогать, Кондрату. Кондрату Авдей. Помогать Вот надо. И помогай, пойдем. Стой, стой! Изот! Пойди сюда. Че, убежал? Ну что, святое семейство, допрыгались? Дочка где? А? Куда запрятан?
Мамаша тоже еще ничего. Смотри, как глазами сверкает. За мной будешь, Филя. Я обожду, я не гордый. Не торопись, Филя. Гони их на площадь. Пошла. Ну, че стоишь? Давай, иди. Староста, давай собирайся на площадь. Шевели копытами! За золото воюешь, Степан? За свое, за кровное. Полюбуйся. Здесь моя фамилия. Анисим Иванович, прадед мой. Царство небесное. Особого шика был мужик. Мануфактуры Зацепина, угольные шахты, каждый второй пароход по Ангаре и Енисею. Но главный капитал – золото. Здесь, в тайге, Анисим Иванович мыл. Ты ничего не перепутал, Степан? Раньше я тебя этой историю не слышал. А я и не знал. Акулина рассказала. Даже матушка ахнула. Отец тот скрывал. От греха подальше. Зацепин и Зацепин. А кто такой для этих мест? Зацепин! Зацепин! Слышал? Эхо помнит. Я здесь хозяин, Серега, я. Значит, эту деревушку твой прадед отстроил. Да, и церковь эту тоже. Вон, смотри, иконы со всей Сибири собирал. Но мне на эти цацки плевать. Вертикаль держи и не дергайся. Камушки. Да. Когда большевички поднялись, Анисим Иванович здесь, в родной деревеньке, схрон оставил. Три пуда. Вот таких слитков. 50 килограммов чистого золота. С фамильной печатью, Серега. Остановись, Степан. Люди-то перед тобой чем виноваты? Так они, суки, сколько времени мне голову морочат. Спасибо твоей девчонке. Вот теперь сомнений нет. Здесь мое кровное. Сураб, заканчивай дискотеку. Серега, ты сейчас хочешь и рядом со мной стой? Не хочешь? Прогуляйся, после договорим. Thank you.
Серега, Степан приказал никого без него не пускать. Где хочешь, ходи, а здесь не надо. Ничего не бойся. Помни, что я тебе сказал в санях. А что он тебе такое сказал? А? Или показал? Ну что, страдальцы? Срок у вас был и весь вышел. Кто отдал пришлой девчонке мое золото? Не скажете? Повешу ее здесь, на площади. Сейчас! Я дал золото. Отчего я так и думал, проф? У меня один слиток был, Степан. Где схрон, я не знаю. И никто здесь не знает. Ну ладно. Дом твой по бревнышку разберем. А вот с тобой, Миш, что делать, проф? Может, скажешь, кто моих людей на ворота к акулине подвесил? Кто в меня стрелял? А? Так и будем мы в молчанку играть? Ну ладно, воля ваша. Денис. Теперь он ваш староста. Если к утру не узнаю, кто со мной бодаться решил, он следующий. И дома ваши буду жечь один за другим, пока не найду свое золото. Где Степан? А? Степан где? Зря топчешься. Степан девку все равно не отпустит, пока ты с ним заодно не будешь. Что, Акулина? Теперь у тебя душа не на месте? Моя душа, где ей положено. Когда я над Степаном ворожила, в его глазах не было чертей кровавых. Вчера надо было все рассказать. Наперед думай. Опять загадками говоришь. Акулина! Я здесь с девкой останусь. Мы вместе в церковь пойдем с провом прощаться. А ты не жди. Под лежачий камень вода не течет. Дождался, Михей. Теперь что делать будешь? Поведешь людей за цепи на Кондрата ловить? Только помни, Михей, там, на зимовье, наша Марфа. За Кондратом далеко ходить не надо. Здесь он. В деревню воротился. Вот как? Ты видел? Видел. Тогда чего ж ты ждешь? Давай, иди. Спасай свою шкуру. Кондрат до утра ждать не будет. Зачем ты так со мной, Пелагея? А как еще? Остальные слова все уже сказаны.
сюда. Пойди сюда. Ты что здесь? Не бойся, Авди. Пойдем. Пойдем. Ты что здесь делаешь? Ты же людей на зимовье повел. Не волнуйся, доберутся. Где Мария? Извини, Кондрат. Не доехали мы до Чуйска. Надо было тебя сразу пристрелить. От мертвого какой прок? С тебя живого тоже особо не разгуляешься. Серега, что ты как неприкаянный? Садись. Девчонка твоя там, с Акулиной. Презирают. Ты тоже? Твоя жизнь, Степан. Только лютуешь, дюже. В тайге, Серега, власть и закон один. Кто сильнее, тот и правит. Ясно выразился? Яснее некуда. Только знаешь, Степан, рано или поздно, свои или чужие, в лицо или в спину, оружия вокруг тебя много. Знаю. Но мне, Серега, не с руки сворачивать. Я еще прииски прадеда подыму. Места мне известны. И пароходы по Ангаре пустишь. Но в одном ты прав, Серега. Людишки говно. Рано или поздно все предают. Останешься? Я-то тебе зачем? Каждому грешнику нужен свой праведник. А ты не предашь, я знаю. Спину себе прикрывать зовешь. Серый, доход пополам делить будем. Ты себе таких денег и представить не мог. Что скажешь? Давай выпьем, Степан. За что? За светлое будущее. Мне нравится.
Мария. Куда? Мария. Зачем? Не кудыкай. Вставай. Ты подумай. Я сегодня торопить не буду. А завтра? Завтра. Доживем до завтра, Серега. Степан, мы в церковь спробуем проститься. Ты слыхал, Серега? Проф Акулину на дух не переносил, а она простится. Семен! А? Проводи до церкви. Ага. Когда девушку отпустишь, Степан? Мы ж за будущее пьем. А девушка из твоего прошлого? Серега. Ну что у вас, Зураб? Дом староста разбираем. Пока ни хрена. Да там работа на всю ночь. А ты отлыниваешь. Ну-ну. Сигаретку пришел стрельнуть. А. Вот стрелок, держи. Эх! Ну что у вас, Зураб? Дом староста разбираем. Пока ни хрена. Да там работа на всю ночь. А ты отлыниваешь. Ну-ну. Сигаретку пришел стрельнуть. А. Вот стрелок, держи. Эх! Стреляй. Объявился охотничек. Теперь не уйдет. Денис, подтягивай всех к церкви. Разомнемся, Серега! Разомнемся, Степан. А я, Степан. Какой из тебя прок? Пушку отдай. Так он же брезгует. Огнестрельно. Отдай! Все правильно, Серега. Ножи твои далеко не улетят. Ну, шмальни. Грамотно высотку занял. В
хлопова не взять. С флангов выходить надо. Слышь, Степан, а давай замажем, кто первый охотника снимет. Смотри, Серега, пушку взял, для крови заиграла. Азарт, Степан, ничего с ним не сделаешь. Давай так, если я первый, девчонку отпустишь. А если я первый, охотничий расслаблю, а? Делай, как знаешь. Серега, печатку надень. Тебе идет. Куда? А? Серега, куда? Ты с нами водить умеешь? Нет, нет. Мария, на заднее сиденье. В чем встал? Чеши отсюда. Нет, я остаюсь. Залазь, залазь. Я не прощаюсь, Акулина. Кондрат, это он стреляет, я слышу. Успеем, подхватим твоего Кондрата. А если не успеем? Стоять! Куда собрался-то? А? Ай, Серега, схитрил лис. Теперь точно я первый. Сейчас, охотник, я тебя достану.
остановись! Остановись, или я выпрыгну! Трус. Езжай куда хочешь, а я возвращаюсь. Дай мне свой пистолет. Дай, зачем он тебе? Ну, не надо. Обойдусь. А ну, цыц, малявка! Да я с твоим Кондратом договорился, чтобы вывести тебя из этих киржанцов целой и невредимой, понятно? Чтобы ребенок твой цел остался, понятно? Да. Сергей. Что, еще вопросы есть? Угу. Тогда говори, сейчас и здесь. Можно я сяду рядом с вами? Только что вы до Чуйска, я тебя не слышал. Хорошо. Уполз охотник. Ужиком. Снег черный, кровь у него изнутри течет, Степан. Сдохнет к утру или околеет. Утром мы подберем. Утром другие дела начнутся. Мне его труп нужен сегодня, сейчас! У него двухстволка. Значит, трое справятся. Зураб, командуй! За старшего остаешься. Денис, за мной иди. Подставляться зазря — дело гнилое. Покурим, выдохнем. Пойдем не спеша. Деваться охотнику все равно некуда. Тухляк! Обратно пешком потопаем. Ничего. Муки лежаков, лошадей подгребем и скачки устроим. Тебя, Семен, я лично к кобылему хвосту привяжу. Прокатишься мордой в снег до самого Чуйска. Алик, дом старосты разобрали? Да единого бревнышка, Степан. Нет там золота. Жгите дом охотника и в зале копайтесь. Золото не горит. Денис, с ними пойдешь. Вперед. Понял, Степан. Ну, теперь твое слово. Семен. Так, Степан, ты ж сам приказал ствол отдать этому своему, как Сергею. Отбрехался. А он как налетел, а че я без ствола? Он и шины все порезал. Не догонишь теперь. Зачем? Сам вернется. Девку отвезет и вернется. И вернется. Мам! Васька любопытный в Варваре. Ждешь кого-то, Вер? Тебя жду. Познакомься. Это Мария. Здравствуйте. Здравствуйте. Так это вас Сергей в Киржанцах искал? И нашел. Вы только не подумайте ничего. Мы с Сергеем. Мария, погоди, я сейчас постелю. В комнате ее положим. Ты меня слышишь? Да. Стоп. След оборвался. Куда он делся? Улетел, что ли?
Не спеши перезаряжать, охотник. Была бы у тебя трехлинейка, а то... Бросай ствол-то, бросай. И слезай потихонечку. Михей! Держи! Пистолет заговорил. Значит, спекся, охотничек. Господи, прости меня грешную. Спаси и сохрани всех людей хороших, Господи. Акулина, ну что ты как не родная? Садись за стол, поговорим. Акулина, садись. Михей, а вот кого не ждал. Не похож ты на ангела-хранителя. Прости, Кондрат. Ну, не сумел я, не смог. Из ружья доводилось, из пистолета никогда. Да ладно тебе, спас ведь. Да я почти всю обойму израсходовал, а ведь не смог. Я сейчас слезу, раз такая пьянка, до деревни поможешь доковылять. А то и вправду к утру подохну. Слышь, Михей, а ты ранен? Да. К Акулине тебе надо, Кондрат. У Акулины верно занято. К Пелагее твоей пойдем, если не заревнуешь. Акулина. Ты тоже стала до тошноты правильной, как дружок мой Серега. Он меня под пулей подвел, ты золотом поманила. Теперь оба нос воротите. Вспомни, Акулина, это ведь мое золото. На нем печать моего прадеда, наследное, как ты говорила. Когда ты, Степка, вот на этом диване подыхал. И я чем тебя только к жизни не манила. Прапрадеда твоего Анисима Ивановича. Думаешь, для чего рассказала? Ну-ка, открой карты. А чтоб ты знал, какой силы кровь в твоих жилах течет. Только... Не туда ты свою жизнь повернул. Так может, нет в Киржанцах никакого схрона с золотыми слитками? А, Акулина? Не можешь соврать. Хочешь, а не можешь. Запомни, Авдеюшка, если дом сгорит. Уже горит, чудило. Скоро вся твоя деревня запылает. Злые люди придут, дом сгорит. Слышь, придурок, в каком бревне тут у тебя золото спрятано, а? Давай помогай разбирать. Ну все, Сергей, уснула твоя девушка. Спасибо, Вер. Останешься. Прости, Вер, возвращаться надо. Киржанцы к Степану. К
К Степану. Ты хоть поешь. Я тебя ждала, готовила. Спасибо, Вера. Что между вами, Сергей? Между тобой и Степаном? Жизнь. Так она между всеми. Тебя-то самого что не отпускает? Ну, служили вы вместе, допустим, что еще? Ты расскажи, может быть, другого случая это не будет? Ну, почему не будет, Вер? Я прошу, Сергей. Так а что рассказывать-то? Столько лет я себя винил за то, что Степан пулю в голову схлопотал. И потом, когда привез я его сюда в Чуйск, чтобы мать простилась, у него здесь жена оказалась и сын Кроха. В общем, не дождался я похорон, струсил, сбежал, как заяц. Мать, старушка, жена с сыном осиротели, а ты виноват. Но ведь все не так. Степан-то жив остался? Все еще хуже, Вера. Степан в Акулине в Киржанцах заново зверем родился. Погоди, Сергей. Я что-то запуталась. Так зачем тебе так к нему, к зверю, возвращаться? Чтобы остановить? Чего? Прости. А я подумала, что он купил тебя, как всех покупает. Ну что за глупости, Вера? Правда, глупости. Не поверила я сердцу. Знаешь, я тебя, когда со Степаном увидела, сразу поняла. Не разойдетесь вы. Либо он тебя подомнет, либо ты его. Ну все. Все, Вер, все. Прости. Если к вечеру не вернусь, посади Марию на поезд. Хорошо? Посажу. Все. 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 А если вернешься? Уедешь со мной? Поеду. Погоди. Степан мужем моим был. Это от меня. От меня с сыном ты тогда убежал. Ну вот, а теперь решай. Возвращаться тебе ко мне? Или нет? Давай! Гони их сюда! Давай! Быстрее! Сураб с парнями из тайги вернулся? Нет, Степан. Значит, жив охотничек. Как же он сумел выкрутиться? Падла. Не могу знать. Холодный дом. Очень холодный. Здесь нельзя жить. Жить. Нельзя, Пелагея. Надо жить, Авдей, надо. До самой последней минуты надо.
Сейчас Михей святую воду принесет. Молчи, Авдей. Михей. Да? Вода колодезная? Ну ты что, Акулина? Я же с головой не совсем. Колодезная. Вот тебе крест святой. А это Николай или... И архистратик Михаил. Двойной святости вода будет. А зноб у Кондрата как рукой снимет. А дальше на все воля Божья. Бери Николая, как я, делай. Смилостивятся покровители наши в час беды. Месяц на небе, мертвяк в гробе, камень в море. Как два брата Михаил и Николай сойдутся, от раба Божия Кондрата хворь отгонять. Месяц на небе, мертвяк в гробе, камень в море. Ну что, нашли мое золото? Понятно. И охотника не выдали, а ведь он был здесь. Новый староста где? Семён! А? Найди его. Я что-то запутался, Степан. Кто теперь староста? Твой приятель, Михей. А, ну-ка, дайте пройти. Денис, поделись-ка стволом. Иди, порезвись. Ага. Я же предупреждал, верните мое золото. Мое! Чужого мне не надо. Пока ты старостой будешь. Ты чего задумал, Михей? Михей! Молчи, дурак. Убивать не надо! Входи, входи. Ай, молодец. Значит, не страшно подыхать? Степан, двустволка. От Че Гевара таежная. Алик, Даниил! Успокойте его, наконец. Oh.
Михей, ты куда, Михей? Водой. Святой обтирай, Кондрата. Далеко не уходи. Михей! Господи, помогай, Авдей, помогай. И до того ж тряпки мочить, я буду обтирать Кондрата. Господи, Господи, спаси ты его. Помогай. Спаси брату, Авдей. Всем помогай. Ну чё, поджигать? Ждем Денис, главного зрителя. Недолго осталось. Как доехал, Серега? Твоими молитвами, Степан. Кто ж тебя еще добрым словом помянет? К тому же должок за тобой остался. Какой должок? Мы ж с тобой поспорили. Кто первым охотника достанет? На жизнь девчонки, считай, поспорили. А ты сбежал с ней. Отпусти людей, Степан, поговорим. А мы уже говорим, Серега. Что ты хочешь? На. Его жизнь. За жизнь девчонки. Хороший расклад. Рассчитаемся, Серега. Тебе сколько раз повторять, Степан? Я оружие в руки не беру. Веселый кореш у меня, а Денис? Обхохочешься. Че, приехал-то? Мертвые крыжаки тебе золото не отдадут, Степан. Они и живы не торопились. И сейчас смотри, защищать себя не собираются. Отойди! Отойди! Что-то не так, Степан! Я ведь предупреждал, всех под свой устав не построишь. Серега! Серега, я ж тебе больше, чем дружбу предлагал. Жизнь новую. Думал, большие дела с тобой замутим. Почему ж ты отказался? Да потому что нет новой жизни, Степан. Одна есть, понимаешь? Один раз струсил навсегда, один раз предал, или руки в крови тоже навсегда. Только никогда не поздно остановиться, Степан. Степан! Господи. Поздно, Серега. Поздно! Денис, давай их всех по порядку. А ты, Серега, отчаливай. Садись в джип и отчаливай!
Уходите все! Помогай, Авдей, брату. Всем. Помогай. Помогай. Авдей, что ж ты прятал его? Что ж ты молчал, Авдей? Что ж ты молчал? Ты не уехал, Серега? Нет, Степан. Зря, Серега. Вот твое золото. Полюбуйся. И все? У него было. А где остальное? Что ты башкой трясешь? Остальное где? Остальное в дорогу тебе соберу. Видишь, Серега, я был прав. С ними по-другому нельзя. Уходите отсюда. А мы как с тобой расходиться будем, а, Серега? А мы с тобой, Степан, уже, наверное, не разойдемся. Да ладно тебе, Серега. Забирай золото и уезжай. На. На, подбирай. Ну, что стоишь? Оно твое, забирай. И вали. Мне добрая женщина котомку в дорогу соберет. Лошадь запряжет. Давай. Подбирай, Серега, и уезжай. Извини, Степан. Спиной к тебе поворачиваться не хочу. И что же мы друг друга с тобой здесь, в церкви, положим? Ну, ладно. Тогда я пойду. Ты же мне в спину стрелять не станешь. Правда, Серега? Только добро подберу свое и пойду. Вот так, Серега. Видишь, как? Вот так. На руках, Серега. Мы уже пробовали. Я сильнее. Тогда я у тебя в гостях был. А сейчас что? Дома ты? А сейчас мы оба в гостях. Только тебя здесь точно не ждали. Thank you.
доброго. Здравствуй, мой хороший. Авия. Спасибо, Авдеюшка. Смотри, Авдейка наш какой веселый. Доброго здравия. Здравствуй, Авдеюшка. Это мне? Тебе. Спасибо. Это мой дядя. Познакомься. Здравствуй. Чудинка немножко. Это и есть твой жених? Нет. Это Авдей, старший брат Кондрата. Это наша Авдейка. Отец у него на руках умер. На зимовье медведь задрал. Вот он, видать, перед смертью и наказал. Коли беда, достать из тайника заначку. Вот и ждал Авдей. Он ее в заброшенном доме хранил. Кондрат твой теперь самый богатый человек в Сибири. Я его не за это люблю. Роды у тебя я принимать буду. Если останешься здесь, конечно. Договорились, Акулина. Где он? Там, на реке. Он ведь не знал, что ты приедешь. Ну, а мы... Пойдемте в дом. Пойдемте. Пойдешь ведь, дурачок. Пойдем, Дар, иди сюда. Пойдем, я тебя накормлю. А почему нельзя им весь сток отдать? Пускай лопают сколько хотят. Мысль-то, Василий, конечно, правильная. Только они ж больше потопчут, чем съедят. Понимаешь? Зверье, оно же неразумное, одним днем живет только. А мы разве не так? Ну вот ты мечтаешь о чем-нибудь? Мечтаю. Вот, видишь? Значит, уже не одним днем живешь. Понятно. А о чем мечтаешь-то, Василий? Чтобы обратно, где мы с мамой раньше жили, не возвращаться. Ну, эта твоя мечта уже сбылась. Ну, иди сюда. Опа! Держись. Поехали. Ешь, ешь, Дар, ешь. Thank you.